придумать какое-то еще пожелание, чтобы оно не было так похожим, но чтобы оно было от сердца. Любви, терпения желал, удачи я и желал, исполнение самых заветных желаний, исполнение самых деликатных. Это для влюбленных моих. Твиттере задавали вопрос. Значит, а Купитман в курсе, что он участвовал в рекламе Евросети? Я говорю, да, но к тому времени мы уже договорились, что ему из Одессы магнитик привезут. К тому времени мы уже сторговались. Так. Я подумала, вот все. Сейчас занимаюсь чистым новогодним креативом. Пожелал все, что раньше желал всем. Надо придумать что-то такое, что еще не желал, но что понравится людям и что нужно. Денег. Денег, вот. Денег. Денег. Вот сейчас я. И с хитрым, а то потратят. Чтобы достаточно. Чтобы достаточно. Потому что богатый не тот, у кого много, а тот, кому достаточно. Красивенько. Чтобы достаточно. По-моему, алчный получил достаточно. Пойдет. Посвящаю эту майку моему сценарию ДМБ. И пишу из разговора с генералом, с коптером Либерманом про суслика. А он есть. Вот, чтобы не было сомнений, подпис ДМБ. ДМБ. И надо, чтобы подпись. А он есть ДМБ. Слушайте, действительно, как удобно. Сценариев-то я много написал. Цитаток-то много. На все майки хватит. И на шарики хватит, слушай. И на шарики, и на майки хватит. Значит, так. Так, мелкая надпись, надышаться. Я. Можно. Но. Можно. Так, требует графики. Только ветром. Только ветром. Мы будем онлайн придумывать. Будем онлайн залазить массово бессознательно и извлекать оттуда цитаты из старых фильмов. Старых, но своих. Потому что правду говорят, что к Новому году и вообще к празднику лучший подарок книга. Но никто не добавляет вторую часть этой присказки, если ты, конечно, написал ее сам. Вот. Так, еще что. Значит, про суслика мы символизировали весь мир в труху. Вот это моя политическая программа, кстати. Тоже из ДМБ.
сказать, мир в труху. Апокалипсическое свойство. А это что-то поэтическое нужно. Можно апилюльками, я давлюсь. Из Даунхауса. Все, футболки закончились. Да, на шарике есть. Апилюльками я давлюсь. А. И. Лю. И. Ка. Не. Я. Очень новогодняя майка получилась. Постсиндромическая, но новогодняя. Все-таки с каким-то с позиции, как говорится. Апилюльками я давлюсь. Я, знаете, там... картонку в одной из футболок.